два важнейших для ЗАТУ события – марафон и день рождения Североморска – состоялось открытие юбилейной экспозиции, рассказывающей о том, кто живет здесь и городу служит. Теперь снега идут, крик чаек над морской волною, разносит ветер день-день сходит. Мой город, я всегда с тобой, не нужно мне судьбы иной. Вообще здесь в зале могу сказать, что Североморск – судьбы моей столицы. Что нас всех объединяет, то что мы любим наш город. И в эти дни мы начинаем его празднование, его дня рождения. 18 апреля Североморск исполнится 63 года. И вот это мероприятие, на котором мы сейчас присутствуем, это первое, посвященное данной памятной дате. Действительно, город очень юный. Но что такое для города 63 года? Для человека-то, в общем-то, это не так много. А для города это, можно сказать, совсем юность. Но, тем не менее, город наш имеет особый статус. И не только потому, что мы его любим, и для нас. Нет, наш город – столица Северного флота, самого мощного, самого современного флота России. Наш город – это центр, можно сказать, культуры, образования. И есть многое, о чем за эти 63 года можно было бы рассказать. Вот сейчас был такой экскурс беглый, скажем, очень в нескольких словах, а ведь за каждой фотографией, за каждой вещью, которая здесь хранится, целая судьба и страница истории. Поэтому я хочу вас поблагодарить за то, что вы пришли на это мероприятие, и уверена, что вы еще неоднократно сюда вернетесь, чтобы больше и лучше узнать историю нашего любимого города.